В эти дни на малой сцене Забайкальского краевого драматического театра по-настоящему жарко. С утра и до вечера артисты вместе с режиссером работают над премьерным спектаклем. А если точнее, это будет самый настоящий мюзикл, да еще с таким громким названием «Пираты Карибского моря». Только сразу оговоримся, это не сценическая версия всем известного киношедевра. Это новая история, придуманная режиссером-постановщиком Владиславом Сташинским. Я сам выступаю здесь и как композитор, и как автор либретто. Собственно говоря, я писал и стихотворные тексты. Вот, то есть все вместе. И даже какие-то вот фехтовальные бои сам тоже пытался ставить. Вот. Нет, и сразу поднимай наверх. Вы должны сразу, иначе вы заденете его. Вот он раз. Вот вы. Сейчас. Московский режиссер Владислав Сташинский уже не первый раз ставит на сцене читинской драмы свои яркие музыкальные спектакли. Я нашел здесь очень хорошую, удивительную команду, очень хорошие артисты, поскольку мы работали вместе, и когда-то я ставил здесь «Маугли», потом «Три мушкетера», можно назвать их «экшен». И «Маугли» был такой, по большому счету, и «Три мушкетера» для взрослых. И теперь для детей такой боевик, который мы можем сделать вместе с группой единомышленников. На этот раз новый мюзикл адресован юным зрителям. Впрочем, он будет интересен и их родителям. Все от мала до велика станут участниками захватывающего морского путешествия к острову Сокровищ, где публике надо будет поддержать главных героев – Элизу и капитана Джека, чтобы они смогли справиться с пиратской бандой. Меня зовут Джек Уиллис. Здесь собирательный образ с Джеком Воробьем и вот Уилл Тернер, который... Вот в фильме, если брать, то это вот романтический герой и вот такой вот Джек Воробей. Такой, знаете, он брутальный. Не зря у него фамилия Уиллис, ну, как Брюс Уиллис. И это как бы основа, ну, а дальше уже романтические какие-то моменты. А если девчонки влюбятся все в тебя, что будем делать? Я женат. У меня, собственно, я любовь и играю со своей супругой. Так что... Если взять сам сюжет, он действительно очень продуман, не только для детей, даже для взрослых. Это тоже немаловажно. И мы очень стараемся приложить к этому усилия, чтобы всем было интересно, и чтобы нам тоже самим это все было здорово интересно. Играть отрицательных героев – это же в кайф. Еще в какой кайф? Это же можно делать все! Я же отрицательный герой! Я могу кого-нибудь ножичком потыкать, я могу кого-нибудь, не знаю, там, сделать какую-нибудь пакость. Это вообще шикарно, правда. Если бы режиссер не мешал, было бы еще ярче. Однозначно. Нет, на самом деле, конечно, отрицательные герои – это интересно, это ярко, и это всегда запоминается. Яркие музыкальные номера, фехтовальные бои и, конечно же, колорит морской романтики доставят удовольствие зрителям. А вот добиться этой романтики – задача непростая. Но в декорационном цехе уже знают, как и чем удивить зрителя. От эскизов перешли к реальному воплощению. Мы приступили к работе над новогодним спектаклем «Пираты Карибского моря». Спектакль грандиозный. Я думаю, он доставит удовольствие нашему юному зрителю и привлечет его внимание. 23 декабря в театре пройдет премьера мюзикла «Пираты Карибского моря». Невероятная история о самом главном. О том, что отвечать на все нужно только добром. И только так можно спасти этот мир. Я сама его убью. Как скажешь, моя дорогая. А что делать с детьми? Дети все равно, так или иначе, должны это услышать, с этим уйти, и, может быть, когда-нибудь они вспомнят этот спектакль. В любом случае, вот эта радость от того, что все равно каждый получает по заслугам, и хорошее всегда вознаграждается. Галина Миртова, Сергей Миртов, РТК «Забайкалье».